Друзья, 5 ноября в 0 часов 15 минут по московскому времени нас ожидает новолуние. И это новолуние в Скорпионе окажет большое влияние на людей, которые рождены в мае, в августе, в ноябре и феврале. Вы можете столкнуться с такими событиями, которые круто изменят вашу жизнь. У каждого это будет свой сценарий, но итог один – мощная трансформация. Также многие люди в дни новолуния могут погрузиться в себя, становятся эмоционально уязвимыми. И это нормальное явление. Почему? Так как наступает время трансформации. Поэтому обязательно пишите себе планы на месяц, можно писать и желания. Также избавляйтесь от ненужных вещей, не перегружайте свой организм, не начинайте новые проекты и, пожалуйста, контролируйте свои эмоции. Это новолуние 5 ноября в 0 часов 15 минут будет связано с финансовыми вопросами, финансовыми отношениями, с источниками финансирования. Это время, когда вам нужно определиться, как идти дальше, насколько перспективны ваши проекты. Возможно, с какими-то проектами вам нужно попрощаться, чтобы начать новое. Кроме того, новолуние 5 ноября открывает сезон затмений, который начнется 19 ноября. Поэтому будьте готовы к кардинальным переменам в этот непростой период, потому что это в какой-то степени будет период искушений и провокаций для многих людей. Это могут быть и разрушительные программы, и в то же время исцеляющие. Главное помнить, что все затмения, новолуния, они призваны трансформировать и менять жизнь людей. Поэтому, друзья, готовимся к новолунию 5 ноября. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале выходит много полезной, важной и интересной информации.